Йоу, хай, дорогие мои, с вами Катин. Топки, ребята, и сегодня со мной играет Димка Федоров. Это GTA 5 онлайн и рубрика «Прыжки в длину». Здорово, ребят. Что ж, ребята, здесь мы достаем тачки из Реала с помощью, в общем-то, рандомайзера. И будем на этих машинах прыгать в длину. Наша задача — разогнать максимальную скорость. У нас для этого стоит чиповка, равняется наша максимально 200%. А это примерно заменяет 2 баллона нитро, которые у нас есть. Короче, ребята, машина, которая улетит дальше всех за 12 раундов, которые мы проведем, принесет один экстра балл в конце, ну а мы с тобой, конечно же, постараемся эту тачку достать. Mm-hmm. Поэтому давай начинать, на жеребьевку мы достанем только по одной машине. Ой, у меня первая, ну так себе, это типа Эльдорадо, не самая быстрая. У тебя тоже, да, поаккуратнее, как говорится, на виражах. Так, все, чиним машину, ребята, давайте прыгать. Ребятки, если ждали данную рубрику, то обязательно прожмите лайк и напишите комментарий, как у вас дела. Так, лям а я 400. Почти ограничитель врезался. Ну, да, на лям 400 и у меня, но ты явно легче, у меня бачок потик, чё? Вообще, а ты чё легче-то? Ты явно легче. Не знаю. Ну, я скорость одинаковая, но ты прям на Вайнвуд полетел, такое ощущение, может. Не, я в Лос-Андесе падаю, в Лос-Андес Кастомс, чуть дальше. А, серьезно? Визуально было далеко. Я перелетел магистраль, упал возле, ребята, больнички. На самом деле, странно, почему так, но скорости не хватило. Первый балл за тобой, ты у нас, получается, вот здесь. Супер. Чуть перелетел, ребята, Lost Customs. 1-0, второй раунд. У меня, ребята, по нашим негласным правилам будет две машины, потому что я прыгнул хуже. Так, Toyota Avalon или что-то типа того упало. И Гранта. Ну, это даже Bugatti, интересно, если Bugatti, честно. Ламба. Бугатти вообще не вижу. Так, 166 неинтересно, буду прыгать на гранте, пока нитро не ставлю, потому что не думаю, что поедет он на 1400. А, так, ну, выбирай. Mitsubishi. Да я думаю, что ламбу возьму здесь. Ну, давай попробуем. Так, Лада Грант. Очень хорошо набирает скорость. Ограничитель опять не побьет. Понимаю. 1350 примерно ударилась, полетели. Главное не вылететь из игры, потому что гранта вроде 1100. Такая косячная. Так, ну есть шансы отыграться, ребята. Но это, как говорится, узнаем чуть позже. А я прямо на крышу больнички лечу, да? А, нет, ко входу центральному. Джебонько приземлились прямо во вход. Так, ты на магистрали. Опа, я качусь еще, качусь. А, ну все равно тебя не... Ну это не важно, да, но это не имеет большого смысла. Но да, ребята, в принципе, правила не запрещают по накату ехать. И тогда бывает, что вот именно за счет такой манипуляции машина дальше. Что ж, отлично, 1-1, да. Погнали на третий раунд. Давай, погнали. Ребятки, если вы уже давно подписаны на канал, то отпишитесь и подпишите заново, проверьте настройки, потому что YouTube вообще моросит, он всех подряд отписывает, вот просто поголовно, я не знаю, что сейчас происходит. Так, ну у тебя такое себе. Так, у меня еще две тачки. Канканочка, амыч, такое себе на самом деле, не для прыжка. Макларен тоже, Винена, кстати, возможно, хорошо. Но это Эрмод, поэтому это нехорошо. Так, а что брать-то в итоге? Что, Канканыч, что ли? Он по накату типа ехал, давайте по приколу прыгнем. Тогда на нем, я не знаю. Давай, попробуем. Выбор такой себе. Так, я вот не знаю, на самом деле, что у меня за тачка, но попробуем на ней. Ну, у тебя из Реала машина. Она не поедет. Тарабань, дабл я не жми, и поедет нормально. А у меня ограничитель в нитро, я понял. Короче, ребята, я поставил нитро, Димона тачка не едет. Она тверкает, вообще. Такие машины бывают, поэтому первый попавшийся это... Она не тверкает, она сразу в сторону летит. Да. Ну, это из-за оси проблема, да. Так, окей, попробуем, ребята, пробиваю ограничитель. На самом деле, по скорости что-то даже интересно. Не зря я его взял. А, это тот Канамыч, помнишь, когда на спуске... Да, по накату, выпал? Который поехал, да. Поэтому взял. Короче, 1800 разогнал, но он очень тяжелый. Прям нереально тяжелый. Ага. Так, у тебя как дела там на акуле? Да пока лечу и до магистрали долетаю. Ну да, акула, ребят, к сожалению, не та моя, да и вообще какая-то непонятная была, если честно. Я прилетел на Вайн, вот это довольно-таки классический прыжок, давайте отметим как экстрабал пока что, потому что это самая дальняя тачка сегодня. Продолжаем, ребята, у нас четвертый раунд, пока 2-1 в мою пользу, и давайте посмотрим, что я достану. Какая-то деваха там на виниле была, господи, Вектора. Мустанг у меня. И, короче, Fairline. Ну, я даже, если честно, хз. Все, потому что непонятная Вектора вообще, наверное, да? Ну, давайте вот так прыгну. Типа, нитро все равно сразу ставить не будем, ребята. Нитро нужно, чтобы пробить ограничитель, если машина едет больше 1400 км в час. Давай попробуем. А моя едет больше 1400, отлично. Так, окей, ребята, мы готовы к взлету. Что у тебя там было, рассказывай. 1300, я магистраль всю перелетел.
Ну, типа, 1640. Не такой большой отрыв, на самом деле-то, получился. Но прыжок, ребята, неплохой. Напишите в комментариях, ребят, какие тачки вам нравятся больше всего. То есть марку машин будет интересно почитать. Так, я вижу, где ты остановился. В принципе, магистраль — это стандарт. Mm-hmm. А я лечу, получается, к бару, который здесь есть. И... прям на парковочку даже на задний этот приехал. Слушай, она по накату едет, интересный форд какой-то. Да. И самое главное, что бал за мной. Да-да-да. Да, тебе везет что-то в последнее время. 3-1 и пятый раунд впереди. Отрыв, ребята, важен. Экстрабала пока конкретного мы не поставили. Так, что там у тебя было, стандартный байк вроде какой-то? Mm-hmm. Так, а Мерседес и Чарджер, но не тот. Так, интересно. Да. Оракул, блин, не тот вообще упал, как говорится... Нормальный автомобиль, ты кто такой? Это что, что чит такое? Новый? Новый чит. Какой-то. Real? Что это такое вообще? Экьюз. Не шарю. Что такое экьюз вообще? Что это такое? Так, не ладно. Знаю. У него просто под капотом 342, и это по-любому нитро я буду ставить сейчас, окей. Так, окей, ребята, я поставил нитро опять-таки. Что у тебя было? Рассказывай. 1200 у меня была, я уже улетел. 2650, братан, и я лечу как ракета тупо вверх. По прямой прыгни в тачку. Чего? Прыгни в тачку, охереешь. Я просто вверх лечу. Чего? Как ракета, смотри, просто. Че вообще за срань, че за тачка такая? Ну это, ребят, не бьется. Мне кажется, даже, блин, чит там всякие летающие машины столько не возьмут. Напишите мне, пожалуйста, что это за срань, потому что я даже не знаю... Типа закос на байбах, может, китаец какой-то такой. Екьюз. Так, V5500 вроде как. Ха, интересно. Я в шоке. Так, ребята, это 4-1, золотая середина и просто мега-экстрабал, который, скорее всего, уже 100% будет за мной. Так я понимаю. Не, знаешь, если сейчас выпадет Мустанг, который тот самый, сам понимаешь. А знаешь, не факт, что он будет выше. Он типа, да, багуется, он летит, а я на этой тачке летел как ракета просто под 45 градусов вверх. Поэтому вот в чем прикол-то самый главный. Так, окей, ребята, прыгаем в полицейскую тачку. Только что телепортнулся на остров. У тебя Бугатти какая-то, Верончик. Не знаю, быстро или нет. У меня типа Пагани Зонда, но нитро, ребята, не потребуется. 1350 у меня. 1332 я видел момент ударова. Просто будет легче, потому что ты вот прям передо мной. Такое ощущение, как будто я теперь лечу. Но не точно. Ну, слушай, я лечу туда же, куда и ты, только на крышу вот этого здания, и мне нужно по ней еще как-то проехать. Опа. Умудриться. А, не сможешь, мне кажется. О, да ладно. У меня бампер дальше, ты отъехал. Ты отъехал, так что я просто тебя заскамил, на тебя прям приземлился. Ну тут, ребята, видно, что бампер дальше угол. Тут даже, как говорится, гадать не надо. Он по плитке, тупо по линии. Дам, ты прилетел дальше. Я за счет рикошета буквально отобрал балл. Ребята, как говорится, а никто не запрещал. Блин, интересная статистика, потому что когда мы с Ваньком снимаем, у нас постоянно борьба идет, прям такая жесткая. С тобой что-то рандом тебе вот прям тачки вообще не завозят. Я не вначале. Знаю, что происходит. Да-да-да, как-то вот обижает рандом. Так, у тебя какой-то не, гелик на маленький. У меня все хорошо, вот на прыжках, допустим, это вообще ужас какой-то. Не да, согласен. И чтобы ты понимал, мне еще упал тот самый Леха, на который сразу придется ставить нитро. Так, окей, ребята, давайте прыгать, я поставил нитро, это должно быть очень хорошо. Блин, я понял. Ладно, воспользуюсь своей тактикой. Тарабадим по дамбу. 1300. Я полетел. 1670, но может он 2000, ребята, ехать. Леха старенький, молодец, но в последнее время он почему-то на новом серваке прыгает именно. Ничего здесь не поделаешь, но он очень легкий, это очень хорошая тачка. И это уже у нас что, 6-1 получается? Е-май. Да, это вообще ужас какой-то несусветный. Да, плюс экстрабал, ребята, это вообще жестко. Так, впереди у нас получается сейчас будет 8-й раунд, ребята. Я приземляюсь за церквушкой. Ты, я так понимаю, на магистрали, скорее всего. Магистрали, там вообще очень рано прыгал. Е-мать, вот это рикошет. Я просто полетел на высоту метров 300 рикошетом, понял, с горы. В смысле, как? Ну, вот так вот на скорости заехал на бугорок и еще дальше пролетел. Приколы, ребята, Леха, парнишка, молодец. Окей, ребятки, у нас 8-й раунд, и как бы шансы на победу твои тают на глазах. Что происходит? Опять летающая тачка мне упала, остальное все фуфло. Я вообще не знаю. Ничего нету, понимаешь? Да, я поставил нитро, потому что, ребята, это улетит тоже хорошо. Так, окей, ребята, очередная быстрая тачка, Nissan 370 вроде, где-то Z. Поехали. Форсаги, все дела.
Ну, это очень быстро, ребята. 2400, поэтому поставил нитро, чтобы показать вам, как летает тачка. Вот это, наверное, слезы, да? 1100! 1100, понимаю, ребята. И это что, на прыжке 7-1? Да, ребята, Татышин опять попахивает, прям уничтожейшн. Очень хорошо летит Nissan. Да. Вот я реально не знаю, как это работает. С Ваньком, ребята, у нас всегда прям борьба такая, и не всегда мне везет. То есть я, как правило, начинаю, ну, отставать. Под конец только там плюс-минус реабилитируюсь. Так, приземлился прямо на лесопилочку, жестко. О, тут еще что-то работает на элеваторе. А прям на лесопилке. А ты улетел. Да, неплохо. Понимаю. 9-й раунд. Давай продолжать, потому что, ну, если сейчас что-то попадется. Джип, кстати, неплохой. Не самый лучший, но уже хорошо. Ну, говно. Так, рам, да. Тот же рам точно фуфло. И там что-то стандартное у тебя было или что? Что ты все удалил? Но... Да, говно гетто, ты понимаешь, их миллиард. А мне выпал именно тот самый. И они все хорошие, кроме этого. Да, у меня интересная бэха, но я, наверное, не буду стать ограничителем. Сколько ты разогнал? 1100. Я постараюсь доехать, ребята, машина вообще не поворачивается. Короче, чтобы ты понимал, 900 или 800 я разогнал. Да. Машина просто кривая косая. Я мог разогнать ее быстрее. Я просто думаю, что я и так быстрее буду дальше тебя. Чисто по рофлу я... Я в отбойник лечу. Да ладно. Я по рофлу, понимаете, на скорости 800 дальше. Я специально даже не стал переспаунивать тачку. Да, помянем молодого, это жесткий разгром. Рандом, как говорится, неумолим, ребята. У нас 10-й раунд, счет я уже даже считать не буду, он уже неприличный. Чит Ауди. А нет, это АБТшная. Хотя, может, и чит первый знает. Но при этом она как-то странно себя почувствовала. Да, такая себе. Кади такой себе, так ты такой мустанг. Ну, давайте мустанг возьмем. А че сидишь в тракторе? Я там хорошо? Да, мне не спалилось почему-то. Так, это Яга вроде как. И... Самая дерьмовая, которая могла быть, Кёнигсик. Самый хреновый. И Яга самая дерьмовая. Бля, я не знаю, что происходит. Это вообще, это не рандом, это сучка. Вау, я улетел. Че по скорости у тебя было? 1100. Я, короче, в последний момент перегазал, так понимаю. Типа 1430, можно ограничитель пробить, может быть 1460 бы она поехала, это незначительно вообще. Ну тут да, с головой перелетаю. Ребята, только один раунд за Димоном был, только один. Да, я вообще в ахере. Так, и я пролетел Lost Customs. Это получается, что впереди у нас что, последний раунд или еще два? Хотя я думаю, что можно сделать и последний. Типа, ребята, проигрывать-то не стрёмно, но когда такой разгром от рандома, ну это... Это вообще что происходит? Так, какая-то Audi. Кстати, Audi, возможно, хорошая у тебя. О, Камарос. Камарос может прыгнуть. У меня какой-то Мерседесик Мэр. Я так понимаю, что нам нужно с тобой поставить нитро, потому что Камарос тоже поедет быстрее. У меня есть. Окей, давайте попробуем, ребята. А тебе главное доехать. Я думаю, я справлюсь с данной задачей. Я думаю, ты не выиграешь, братан, 2400. Ну, 2300. Ну, окей. Только тачка, как обычно, горит. Ну, я лечу очень хорошо на лесопилочку, точно. Е-мое, мэр полетел, короче, ребята. Ой, я в полето полетел, это дальше лесопилки будет. Очень хороший Мерседес. Я тоже в полето лечу. Серьезно? На Камарисе? Ага. Камарис вроде падал возле лесопилки где-то. Он горит, правда. На... Я слышал, что-то взорвалось. Это был ты? Сука, он из-за того, что взорвался, он тупо, короче, остановился, да, по скорости, да. Тупо падает вниз. А так бы я тебя догнал бы спокойно. Ёпара СТ. Я прям слушал взрыв, прям на весь палета там бум, да, бум, да, шарахнуло. Да. Да, ребята, по итогу экстрабал за мной. Взрывается. Да. Короче, это получается что? 12-1? Если провели мы 12 раундов, это жестко, ребята. Извиняю, это габелло. Это полный разгром Димона, ребята, да. Ставьте это лайки, пишите говно, комментарии. Всем ну, пока, рандом ребят. Говно, разгром Димона. Это, мне кажется, уже синонимы. Окей, пока-пока, ребят. Пока.